Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как всегда, Виталь Сон и канал «В тему. Территория мужских увлечений». Не обращайте внимания на шум. Это работает индукционная плита. Подается вода из крана. Такой шум стоит от кулеров на плите. Дорогие мои друзья, что нужно делать после покупки самогонного аппарата? Это я обращаюсь к тем, кто только собирается вступить в наши ряды, в ряды самогонщиков, в ряды винокуров. Друзья мои, обязательно после покупки любого самогонного аппарата, колонны или аппарата с сухопарником, ну вообще любого аппарата, обязательно его нужно хорошенько прочистить и промыть. У кого есть головы или хвосты, можно головами или хвостами. Если нет, можно просто водой. Друзья мои, вот в куб я налил воды. И сейчас, в данный момент, просто прогоняю паром всю вот эту конструкцию, всю колонну. Это БРК 51 Профи от компании Доброго. Кому интересен данный аппарат, по очень-очень привлекательной цене, можете пройти по ссылочке внизу под видео и посмотреть. Вот такое замечательное предложение от компании Доброгон по вкусной цене и с бесплатной доставкой Почты России. Итак, то, что аппарат нужно обязательно промыть, это в принципе понятно каждому. Друзья мои, и не забывайте обязательно прокипятить РПН-ку. На дробном перегоне вы, естественно, будете использовать РПН-ку или СПН-ку. Обязательно прокипятите ее сначала в обычной лимонной кислоте, потом в соде. Во-первых, это нужно для того, чтобы убрать всю техническую грязь. На РПН-ке очень много масла. При изготовлении используется, видимо, какое-то машинное масло, и на ней очень много масла. Обязательно прокипятите ее, иначе все вот это вот дерьмо пойдет в ваш продукт. Также самогонный аппарат, также колонна. При сварке, при обработке, вообще при изготовлении даже труб, естественно, там будет техническая грязь. Ее обязательно нужно убрать. Трубки, которые внутри дефлегматора и которые внутри холодильника, можно прочистить вообще ёршиком, шомполом. Я вот делал обычную спицу, такую, знаете, спицы для вязания длинные. Наматывал на нее кусок тряпочки, такой своеобразный шомпол получался. И вот эти вот трубочки прочищал, потом прогонял вот так вот водой. Вот в данный момент это у меня не самогон, это вода. 3,5 киловатта мощность я отдал на всю. И сейчас вот прогоняю все это дело с водой. Что хочу сказать еще, друзья мои, по поводу индукционной плиты. На видео сейчас ее не видно, покажу я позже. Я имею две индукционных плиты. Одна плита Huracan, вторая плита Hemlux. Все они, эти две плиты, на 3,5 киловатта максимальной мощности. Поюзал я их и ту на перегонах в разных режимах. Пришел к выводу, что плита Hemlux меня устраивает больше. Во-первых, на ней более плавная регулировка. Во-вторых, на ней подаваемая, вернее, исходная мощность больше, чем на плите Huracan. Допустим, если здесь 3,5 киловатта максималка, ну 3,5 киловатта она, естественно, не дает, дает она чуть меньше. А на плите Huracan она дает еще чуть меньше, чем на Hemlux. И плита Hemlux, ну опять же, это по мне, не знаю, как это кому, она потише работает. Вот эти кулеры, они как-то потише работают. Мне это, в принципе, больше понравилось. И по поводу управления, сенсорные кнопки здесь вообще обалденные. Здесь стеклокерамическая панель и сенсорные кнопки. А на плите Huracan
панель такая, ну как мягкая, и на кнопки приходится нажимать, надавливать. А здесь просто обычный сенсор. Так что плита Гемлюкс мне понравилась гораздо больше. Так, сейчас я прогоню воду и буду перегонять брагу. Буду гнать брагу режим подстил. Смотрите, друзья мои, подстилом вы можете собрать аппарат в режиме подстил, в принципе, как вашей душе угодно, единственное, без подключенного дефлегматора. Вот как сейчас он собран, это тоже режим подстил. Царга, дефлегматор, это тоже режим подстил. Главное, чтобы царга была пустая и не подключен дефлегматор. Можете царгу и дефлегматор убрать и сразу от куба через вот этот вот уголочек, один или два, подключать холодильник. Это тоже режим подстил. Друзья мои, здесь, в принципе, каждый собирает аппарат так, как ему удобно именно из его условий перегона. Если, допустим, удобно вот так, замечательно. Если удобно, чтобы холодильник был под наклоном, без царги, пожалуйста, так. Здесь полет фантазии не ограничен совершенно. Главное, пустая царга и неподключенный дефлегматор. Это режим подстил. Собирайте, как вашей душе угодно. При подключенном дефлегматоре и полной царге это уже дробный перегон, отбор голов, отбор тела, разделение на фракции. Я буду дробно перегонять с использованием РПН-ки из нержавейки. Буду 5 ПЖ в полуметровую царгу ставить. И попробую я на этом аппарате БРК-51 от компании Добрагон попробую получить максимальное укрепление, насколько это будет возможно. Примерно, так, сейчас скажу, примерно я буду делать отбор литра полтора в час. Если, конечно, там покапельный отбор делать, можно, да, 96 получить, но это вообще это ни к чему. Литра полтора в час, и посмотрю, какое будет укрепление. Ну, я думаю, все прекрасно будет, потому что на аппаратах данной конструкции я уже работал. В дальнейшем буду ставить индукционную плиту на пол, ставить сюда еще одну полметровую царгу. Будет у меня две царги по полметра. Общая длина, ну, метр, естественно, да? Буду полностью забивать пыжами РПН-очки. В дальнейшем, возможно, куплю СПН-ку, пока не знаю, пока только РПН. Буду забивать пыжами РПН, будет 10 ПЖ. Почему буду ставить на пол? Потому что под потолок такая конструкция не влезет. Для чего это нужно? Это нужно для большей очистки продукта, для того, чтобы, ну как по-простому-то сказать, чтобы лучше проходил тепломасса обмен и чтобы лучше разделялся самогон на фракции и чтобы качество у него было еще больше, чтобы самогон стал еще лучше по качеству, более качественным. Это я, так сказать, простым языком вот говорю. Я не люблю вот эти всякие заумные там слова, заумные там формулы какие-то приводить, потому что смотрят те люди, которые, допустим, никогда этим не занимались и только хотят заниматься, и возникает очень много вопросов. Так что по-простому, чем выше царга, тем у вас получится чище самогон. Вот, ну это просто, так сказать, утрирую я, да. А, естественно, придется гнать с пола. Для этого и нужна индукционная плита. На газу такого вы никак не сделаете. Поэтому нужна индукционная плита обязательно. Ну что, друзья мои, сейчас заканчиваю прогонять воду и приступаю к режиму подстил. А для тех, кто хочет получать вкусный, домашний, качественный алкоголь, выпивать вместе со своими друзьями, но не забывайте, что какой бы ни был самогон, это все-таки спиртосодержащая жидкость, это алкоголь. И злоупотребление даже самогона вредит вашему здоровью, дорогие друзья. Но если вы хотите качественный алкоголь, то переходите по ссылочке,
Компания «Доброгон», огромный выбор аппаратов, огромный выбор оборудования, огромный выбор сопутствующих товаров. Переходите, смотрите, покупайте, и будет вам счастье. Все, друзья мои, всем пока, до новых встреч, с вами был Витальсон. Быть добру, два пальца вверх, друзья. Вот она, плита. Гемлюкс, поближе вам покажу. Здесь полностью сенсорная панель, сейчас на 3,5 кВт у меня стоит. Отличная плита, вообще супер. Мне очень понравилось, замечательная. А вот далее вся конструкция. Подключил я вот через переходничок, потому что на крышке у меня выход на 1,5 дюйма. Вот купил такой переходничок на 2. Вообще все замечательно. Комплект профи. Вот этот обалденно то, что идет уже в комплекте быстросъемы, шланги, РПНка, градусники. В общем, купили и сразу приступили к перегону. Докупать вам ничего не нужно. Все супер. Вот она, водичка наша капает, аппарат промывается.